Попалась птичка. Теперь не упорхнешь. Кто вы? Что вам от меня нужно, да? Какой Скопин-то наш ни при чем. Хоть и любят немцы наших уголовников, а только Скопом, как мотылек на свету. Все время на виду. Чуть что не так, сразу хлопнут. А чего ж ты настоящего радист не прихлопнул? Такая возможность была. Я хлопну. Ты меня знаешь. Здравия желаю, товарищ офицер. Здрасте. Ну что ж, забирайте потерпевшую. Жить будет. И, надеюсь, счастливо. Спасибо. Спасибо, доктор. Как вы себя чувствуете? Спасибо, намного лучше. Это хорошо, я переживал. Ну, мы переживали, старший капитан. Георгий, я обязана вам жизнью. Если бы вы не подхватили там меня на карнизе, я не знаю, чем бы это все закончилось. Да ну, это... Извините, я прерву этот поток признаний. Но теперь-то вы хорошо разглядели того, кто на вас напал? Достаточно. И что, он действительно похож на человека, которого вы опознали ранее? Вы что? Вы что гоните, а? Я ничего не видела. В первый момент я даже подумала, что он сбежал от вас, чтобы расквитаться со мной. Да, дело. Нам теперь что делать? Искать одного бандита по портрету другого? Уж у него примета какая особая была? А, теперь есть, когда я отбивалась, я сильно ударила его по переносице ногой. Это правильно. Так, я попробую пробить больницу, вдруг кто обращался с подобной травмой. Вам придется с нами проехать. Да, я не могу, мне надо через час быть на похоронах. Преступник еще на свободе гуляет, и потенциально вы в опасности. Простите, так надо. Тогда, может быть, вы бы меня сопроводили? С вами мне не так страшно. Если только товарищ капитан не будет против. Капитан не будет против. Георгий, сообщите, пожалуйста, мне, когда все закончите. Есть. Прошу. Пущу, без билета не положено. Тетенька, ну честно, пионерская, ну были у меня деньги. Наверное, через дырку в кармане выпались. Да будет врать. Небось, на газировку потратил, на проезд пожалел. Ну, мне две остановки всего. Я прошу прощения. Давайте я за мальчика заплачу, дайте ему билет. А это вот за девушку. Держите. А у меня служебный лизер. Проходите. Спасибо большое. Да ладно. А я его понимаю. Я в детстве хотела стать кондуктором. Почему кондуктором? Ну, мы жили на Котельнической, а школа была в Сокольниках. И мне приходилось тратить по несколько часов в день на дорогу.
Мама, конечно, деньги давала на проезд, но мороженое с газировкой же тоже хотелось. Ну да. Вот я и завидовала кондукторам, им же билеты не нужны. Точно. Что? Им билеты не нужны. Умница. Как я раньше до этого не додумался. Да, это уже хорошо. Если девочка про эти билеты не сказала. Ладно, давай прикинь, что мы имеем. Итак, поездная бригада. Это бригадир, техник подвижного состава, электрик. И 17 проводников, 15 из которых женщины. Бригадиров и проводников можно тоже исключить. Для них обязательно униформа, а этот тип был в штатском. Значит, остается технический персонал состава. Для них униформа не обязательна. И, кстати, они имеют полное право перемещаться по всему поезду. Поездная бригада уже на месте? А как же? У нас с этим все строго. За опоздание сразу на берег списывают. У школы война, так и дисциплина должна быть, как на фронте, да? Скажите, пожалуйста, кто-нибудь из ваших сотрудников очки носит? Так электрик наш носит, Ромин. Ой. Круглые такие. Ну. Только он нынче подбитый пришел. Говорит, упал неудачно. О, на посадку поехали. Так вы недолго, да? Разберемся. Рация где? Ничего, ничего, мы подождем. Ничего не скажу, пока, пока морфия не дадите. Дайте морфия, сволочи! Больно, я ж подыхаю! Обязательно сдохнешь, Гдина. Но сначала нам все расскажешь. Где рация? Не, он морфию хочет. Боли боится. Да, больно. А знаешь, как на Лубянке больно будет? Да. А что ждать? Так я тебе прямо сейчас здесь самостоятельно обезболю. Где рация? Не надо! Не надо! Где рация? Рация где? Где рация? Гнида! Тихо, ну все, тихо, тихо! Остынь, остынь! Где рация? Морфия ему! Я прошу простить моего коллегу, он контужен, и у него с головой непорядок. Предателя ненавидит. Мой вам добрый совет. Расскажите все, что знаете. А я за это обещаю вам обеспечить достойные условия содержания и морфий. Что-то слабо верится. Морфий, принесите, пожалуйста. Так, я правильно понимаю, ваша фамилия на самом деле Ромин. Да. Угу. Рация в поезде? Да. Под потолком. В тайнике. В моем служебном купе. Шифры там же? Нет. Я получал уже готовый текст. Кто давал? При каких обстоятельствах? В Горьком, в Сормовском парке. Угу. Каждый раз накануне рейса в 5 часов вечера мне их приносил один человек. А что за человек? Тот, который меня на крючок подсадил.
ничего не скажу, пока морфии не дадите. Хорошо, сейчас вам сделают инъекцию. Успокойтесь, успокойтесь. Позже мы с вами продолжим эту беседу. Пожалуйста. Делайте мне что-нибудь. Ну и что их может интересовать в Горьком, как думаешь? Думаю, пока второй шифр не вскрыли, об этом остается только гадать. Мы не в цыганском таборе, чтобы гадать. В первой диаграмме говорится, что выполнение заданий потребуется 2 недели. Одна из них уже прошла. Да я в курсе, ты что, разорался? Извини. Тем не менее, мы должны прочитать все варианты. Наверняка это связано с каким-то военным производством. В Горьком больше 20 оборонных предприятий. Авиационный, артиллерийский, танковый. Это все равно, что иголку в стоге сена искать. Но искать-то все равно надо. Давай прикинем хотя бы приблизительный план мероприятий. Во-первых... Товарищ капитан, иди в шерстяной лаборатории. Лучше установить еще один компонент яда, которым был отравлен генерал Ермаков. Свободен. Мы тебе не формулу противоядия нашли. Что там? Это химическая формула компонента яда. Так. А теперь смотри сюда. Да ладно. Вот и я о том же. Привыкли мы за любым текстом видеть только шифр. Но если это химическая формула, как ты думаешь, нам без консультации химика-специалиста не обойтись? У тебя есть? Найдем. Петров? Семенов беспокоит. Мне тут консультация нужна. Нет, до утра не терпит. Химик нужен срочно. Хороший. Аж целый профессор есть. Годится. Сейчас буду. Удачи. Я поехал. Присаживайся. Взгляните, пожалуйста, что вот это могло бы быть? Простите, понятия не имею. Послушайте, я уже подписал все, что требовали. Вы не волнуйтесь, пожалуйста, мы не по вашу душу. Нам просто консультация нужна. Представьте, что это химическая формула. Скорее всего, буквы обозначают химический элемент, а цифры – их удельную величину в составе какого-то вещества. Знаете, очень похоже на формулу какого-то сплава. Только запись очень непонятная. А вы не могли бы определить, какого именно сплава? Ну, судя по составу химических элементов, похоже на… Это из группы высоколегированных сталей. Точнее сказать не могу, я ведь больше по органической химии. Спасибо. Извините, можно попросить? Да, слушаю вас. Я уже подписал все признательные показания. А мне почему-то до сих пор не разрешают свидание с женой. Хорошо, я поговорю со следователем. Спасибо. Я закончил. Увести. Конвой! Спасибо. Вести подследственного.
Послушай, Петров, нам тут гражданин очень помог, так что... Небось, свидание с женой просил? Угу. Ладно, будет ему рандеву. Все, спасибо. Эта формула отображает состав броневой стали нового поколения. Она заработана совсем недавно, но уже выплавляется на 4 заводах, в том числе и в Горьком. Недавно в Нижнем Тагиле нам удалось обезвредить группу, таким образом избежать утечки. Кстати, именно там был тяжеранен генерал Ермаков. Значит, теперь они до Горького добрались? Я думаю, что немцы будут делать ставку на использование танков с броней нового типа. Поэтому секрет этой стали для них очень важен. Значит, считаете, что утечка идет непосредственно с завода? Да. Что думаете предпринять? Товарищ Семенов, доложите. Мы предлагаем задействовать радиста, которого мы захватили, и с помощью его попытаться выйти на агентуру противника на заводе. Когда думаете приступить? Немедленно. Хорошо, приступайте. Это ведь не зря они для встречи парка выбрали. Там в это время народу много гуляет. Зато организовать наблюдение, вызывая подозрения, будет проще. Я уже связался с начальником местного КГБ майором Абитовым. К нашему приезду он должен организовать группу. Я к тому, что в толпе будет легче затереться. Значит, возьмем, как только войдет в контакт. А вот не факт, что агент знает информатора с завода лично. Нам бы агента по-хорошему этого вычислить, понаблюдать за ним. Что делает, где бывает, с кем встречается, чтобы потом всю цепочку... По ситуации решим. Руки! На колени! Руки за голову! На пол! На колени связала! Морды вниз! Не дури! Стол положи. Ага. Только сначала вас прикончу. Что? Тебе легче станет? Видишь? Брось оружие. Давай, поговорим. И о чем мне с вами говорить? Вы все равно обманете. Попользуйтесь и все равно к стенке поставите. Тихо. Посмотри на меня. Я тебе слово даю. Слово офицера. Если ты нам поможешь, мы с товарищем капитаном лично пойдем за тебя в трибунале хлопотать. Да, товарищ капитан? Да. Видишь? Это правда? Правда. Спасибо вам. Спасибо. Ну все, все. Начальство прямо сейчас доложим. А ты серьезно полагаешь, что еще не доложили? Значит, нужно прийти к нему с уже готовым новым планом. Каким планом? Вся комбинация строилась вокруг радиста. Или ты что, думаешь, связной будет стоять с табличкой «Я немецкий агент»? Это вряд ли. Но можно попробовать его вычислить. Подсунуть ему того, кто похож на Рубина, как родной брат. Ну, так, подрихтовать чутка. Правда, наблюдение за агентом придется забыть и брать его прямо на месте. Ну, без любви, как известно. И рак камбала. Вы что, начальник, езду брухнули, что ли? Да из меня шпион, как из слона акробат. Иван, скопай, не менжуйся. К тому же никто тебя в шпиона не сватает. Придешь на место, посидишь полчаса. Когда нужно нам клиент обозначиться, мы его возьмем. Делов-то? Ничего себе делов-то.
А если этот штемп на подходе меня раскалывает? И так, без лишних разговоров, маслиной ты меня и... Не бойся, постараюсь, чтоб не расколол. Так, мам, не суетись. Представь, что перед тобой очередной фраер, которого тебе нужно развести. Не мельтеши, не отсвечивай. А наши люди тебя подстрахуют. Ага. Они у вас что, быстрее пули бегают, что ли? Не-не, граждане дорогие. Я лучше свой пятерик спокойно получу и в лагерь белым лебедем. А откуда ты такой оптимист взялся? Да нет, дорогой, тебя из этого кабинета теперь только два пути. Либо с нами, либо на три этажа ниже, в подвалах стенки. Без суда и следствия. Выбирай. Ну, навар-то я... Какой мне с этого обломится? Если выйдет все так, как нам нужно, можешь дуть на все четыре стороны. Это как? Это как сопля в полете. Согласен? Ну, тогда банкуйте. Че? Ты помнишь наши встречи и вечер голубой, взволнованные речи. Любимый мой родной, и нежное прощание, руки пожатие, ты сказал мне свидания, простясь со мной. Эх, Москва, Москва. Я ведь до Горького тоже в Москве служил. 3 года. Пока сюда на повышение не перевели. Ну и как здесь? Да болото. По сравнению с Москвой, тишь да гладь. Зато от начальства далеко. Это точно. Хотите, анекдот расскажу? Валяй. Гитлер вызывает к тебе гадалку и спрашивает, когда, говорит, я умру, а она ему. В день, говорит, большого праздника. А он ей, праздник, говорит, в честь победы будет. Она говорит, не знаю, в честь чего, но праздник у народа, говорит, будет точно. Давайте не отвлекаться. Да не переживайте так, товарищ капитан. Мои ребята знают свое дело. Посмотрим. Надеюсь, вы довели до них, что без команды никаких действий не предпринимать. Конечно. Каждого по отдельности проинструктировал. Они без сигнала чихнуть не посмеют. Я уже должен появиться. Ух, глянь, вот этого капитана возле пирожка увидишь? И что? А черт его знает, рожа у него знакомая. А черт его знает. Дядь, закурить есть? Не, не курю. Вон, вон, смотрите. А может, это, чекушечку на двоих с тобой раздаем, а? За знакомство. А то мне как-то это, не с руки как-то одному, а? Чего ждем, брать надо? Рано. Это может быть случайно прохожий. А если нет? По-любому на себя должен как-то проверить. Не уважай, значит? А я вот за таких, как ты, на фронтах кровь проливал. Слушай, шел бы ты себе дальше, а? Слышь, а ты кто такой, а? Чтоб меня отсылать куда подальше, а? Что-то я тебя раньше тут не замечал. Слышь, что надо за меня слово скажет. Так что иди отсюда по-доброму, баклан ты дешевый. Чего? Да какой случайно, это наш клиент. Стой, стой! Стой! Граждане, спокойствие! Мы сотрудники военной прокуратуры. Живой! Задержали сбежавшего с фронта дезертира. Тихо! Расходитесь! Граждане, расходитесь! Вот он, сука. Эй!
всего. Тоня, погодите, не уходите, я сейчас. И вечер голубой, давно умолкли речи, ведь нет тебя со мной. Не жди любви обратно, забудь меня. Нет к прошлому возврата, и в сердце нет огня. Вот, пожалуйста, я ее обнаружила в небольшой ранке на горле. Она отравлена? Судя по всему, да. Потому что смерть наступила в результате токсического шока, вызванного рефлекторным эффектом вследствие раздражения чувствительных нервных окончаний. Я прошу прощения. А можно попроще? Можно. Большая доза яда, предположительно, группы нервно-функциональных. Боюсь, что более подробную формулу в наших условиях установить невозможно. Вам упаковать? Да, и заключение сразу, если можно. Это займет минут 10, можете подождать на улице. То есть ты абсолютно уверен, что это был именно Бюцев? Как в том, что ты здесь стоишь. Да и он меня, похоже, тоже узнал. Че, очень гад. Похоже, им позарез нужна эта броня, раз после осечки в Нижнем Тагиле задание поручили именно ему. Я вот что думаю? Может, у них здесь спящий агент, а? Но не мог Бюцев так быстро за такой короткий срок найти нужного информатора, обработать его, завербовать. Ты сам посуди. Может быть. Надо будет по памяти нарисовать его портрет и размножить. Мне вот почему-то кажется, что это тот самый Ильяд, которым отравили Емельяновича. А значит, у Бюцева должно быть противоядие, его не может у него не быть. Да, осталось только его найти. Никуда он не денется. Так и будет здесь пастись, пока нужные сведения не получит. Хочешь, я им займусь? Не. Ты будешь копать непосредственно на заводе. Генерал Рубинчик уже в курсе. А это кто? Директор завода. Он единственный, кто будет знать о твоей миссии. Для всех остальных ты инспектор госконтроля. Погоди. Может, директор и есть? Да не, исключено. Если бы это был он давно уже слил всю информацию. К тому же он один из немногих, кто обладает ей в полном объеме. Да его сам Берия поставил. Не думаешь же ты, что... Когда приступать? Завтра с утра. Сейчас нарисуем портрет, езжай и переоденься. Тебе уже в общежитии завода выделили комнату. Песочный 23. Тоня! Здравствуйте! Куда же вы так внезапно исчезли? Ну, а вы куда исчезли? Я думала, меня испугались. Дело было срочное. А я вас потом искал, честное слово. Зачем? Если я не ошибаюсь, кто-то обещал напоить меня чаем с вареньем. Боюсь, что чай сегодня отменяется. Мне попросили выйти в ночную смену. Не беда. Мы соседи теперь. А, вот как. Ага. Решили пойти из сыщиков в пролетарии? Может, я решил быть поближе к вам? Врете, конечно, но мне приятно. Ладно, мне пора, а то у нас с опозданием строго. Тоня, у меня к вам просьба. Пожалуйста, не говорите никому о моей бывшей профессии. Хорошо? Хорошо. Спасибо. Ну, до встречи. Пока.
Здорово, пацаны. Товарищ офицер. Знаете, что произошло? По вашей милости, мы упустили единственную реальную нить к немецкой агентуре на заводе. Товарищ капитан, мы осознаем свою вину и готовы... Тихо! Какие меры уже приняты? Мы вдвое увеличили количество патрулей, выставлены дополнительные посты на всех выездах из города, а также по внешнему периметру. Весь личный состав переведен на круглосуточный режим работы. Это все? Можно привлечь войска по охране тыла и прочесать весь город, товарищ капитан. На это потребуется больше месяца. У нас в запасе считанные дни. Скорее всего, у них есть явка где-то в городе. Скорее всего, в частном секторе, недалеко от завода. С него и начнем? Значит так. Особое внимание всем прибывшим в город за последние 10 дней. Разыскивать в первую очередь вот этого. Срочно размножить и распространить по всем подразделениям, учреждениям, чтобы его физиономию каждый дворник знал. И, конечно, особое внимание – радиоконтролю. Дополнительные мобильные пеленгаторы прибудут завтра. Все ясно? Так точно, товарищ капитан. Ну, учтите, еще хоть одно нарушение служебных инструкций, еще хоть что-то в этом роде, наказание будет мгновенным, со всеми вытекающими. Теперь все. Ты бы мне денежку за жилье дал, а то вчера обещал, ведь не запамятовал. Уважаемая, мы же, кажется, договорились. Сюда вы входить не будете. Что же я у себя в доме шагу ступить не могу? Ходите вы хоть по потолку. Здесь вам делать нечего. Забирайте свои деньги и уходите. Уходите. Да уходите вы. Старая ведьма. Так когда вернется начальник отдела внутренней безопасности? Товарищ Петрухин на срочном совещании у директора. А вы из госконтроля, значит? Угу. Мне нужен круглосуточный пропуск на всю территорию завода и во все цеха без исключения. Видите ли, некоторые цеха работают в секретном режиме. Вы меня не поняли. По вопросам доступа обращайтесь также к директору вашего завода, товарищу Рубинчику. Хорошо. Красивая жена у начальника вашего НКГБ, товарища Обитова. Да, это сестра товарища Петрухина. А это он сам рядом с ними? Угу. А. Понятно. Чего тебе, мать? Заявление пришла подать. На соседей, что ли? Нет, на жильца своего. И чем он тебе не угодил? Ой, уж больно подозрительный. Не пьет, не курит, девок не водит, а мужик вроде здоровый. Мать, да на него не жаловаться надо, а молиться. О, он мне всю дверь ножами истыкал. Грубиян, зашла к нему как-то без стука, так он меня в за шею вытолкал. Пока нет никого. Ты после обеда приходи. Угу. О, вот он. Жилец-то мой, вон в фуражке. Ты ничего не путаешь, мать? Может, и путаю, да похож очень, прямо копия. Ладно, после обеда зайду. Ты погоди, ты пока присядь вот сюда, а я сейчас. А-а-а.
Товарищ капитан, разрешите обратиться? Давай. Вас из 10-го отделения милиции тут спрашивают. Меня? Вас или товарища майора Обитова, но его пока нет. Сначала звонили, а потом вот наручного прислали. Товарищ капитан, разрешите? Давай по делу. К нам одна бабка обратилась с жалобой на своего жильца. А как ориентировку вашу увидела, так сразу его признала. Вот я лежу. Адрес бабки. Коммунаров 32. 50-й квадрат, товарищ капитан. Частный сектор. Тревожную группу на выезд. Срочно! Тревожную группу на выезд! Его уж, наверное, взяли, товарищ капитан. Кто? Я когда к вам выезжал, туда наряд наш поехал с полчаса. Я же запретил любую самодеятельность! Дежурный, общегородская тревога! Есть! И Волкова на заводе найдите, пусть туда же едет! Кого? Ну и где он? Я здесь. Цепить квартал, чтоб мышь не проскочила. Есть. Живо, живо, живо! Бегом, бегом! Двое со мной остаемся, приготовимся по периметру! Поехали! База Волошин. Надвигается гроза. Когда? Максимум час. Понял. Семалек, быстро! Ну, здравствуй, Герр Бютцев. Что случилось? Экстренная эвакуация. Мягкая или как? Максимально жестко. Вариант спецсвязь. Как бывает. Мы уж грешным делом поминки справили, а мертвец возьми да и воскресни. Ну ничего, это дело мы легко поправим. Имя вашего агента на заводе, быстро! Бессмысленно мне угрожать. Моя смерть ничего не изменит. Ну кроме того, что ты подохнешь, гнида. В чем дело? Сюда нельзя. У меня приказ срочно доставить спецгруз. Все равно нельзя, езжай в объезд. Ты что, лейтенант, сбрендил? Я не имею права изменить маршрут. Может, пропустишь, а? Убьешь меня, а ниточка оборвется.
Ну хорошо. А давай-ка посмотрим на это по-другому. Всю информацию по броне вы еще не получили. Так? Так. Убив тебя, я обрубаю канал связи и срываю план врага. Раз. Докладываю о ликвидации особо опасного шпиона. Два. И получаю орден. Три. Единственное, что можете спасти, это добровольное и безоговорочное сотрудничество. Мне придется составить рапорт и указать, кто, где, когда и при каких обстоятельствах помешал мне в срок выполнить правительственное задание. Как ты говоришь, твоя фамилия? Ладно, езжай. А наш человек на заводе? А ваш человек не иголку стугисен. Найдем, не беспокойся. Этим ты грохнул парня в парке. Боишься?